Здравствуйте, мы находимся на выставке CPM 2019. Скажите, пожалуйста, Игорь, что за технологию уникальную вы придумали? Вот, чем занимаетесь, чем занимается ваша компания? Наша компания представляет онлайн-платформу для создания 3D-контента. Проблема в том, что существующие решения на рынке сегодня сопряжены с большими затратами времени и труда. Как правило, 3D-изображение формируется из ряда фотографий, и нужно это отснять, потом скомпоновать, и это долго. Наша технология позволяет это сделать с помощью видео. В течение одной минуты снимается изображение объекта, и оно заносится в нашу платформу. Оттуда клиент использует это на своем сайте, мобильное приложение. Та же 3D-модель позволяет даже быть использованной в VR и AR-приложениях, то есть дополненная реальность и виртуальная реальность. Правильно я понимаю, что можно просто онлайн загрузить фотографии и автоматически это все выводится, или нужно обращаться к вашим специалистам? Непосредственно съемкой занимаемся не мы, а наши партнеры. Мы предоставляем платформу, которая все это дело хранит и позволяет это выгрузить на ваш сайт. То есть клиент это может делать самостоятельно с помощью любой камеры. Нет необходимости использовать какое-то оборудование особенное. Обычная цифровая камера и поворотный стол, либо даже без стола, если мы снимаем модель в движении. Востребованный тренд сегодня – модель движения, которую можно использовать для 3D. Отлично, спасибо большое, уникальные технологии. Удачи вам в деле. Пожалуйста.